Итак, начинаем с куриного филе. Его мы промываем и отправляем вариться в слегка подсоленной воде. Белый хлеб нарезаем кубиками и отправляем в духовку, чтобы получить сухарики. Мелко нашинковываем пекинскую капусту. Кубиками нарезаем отваренное филе. Нарезаем помидор. Сыр натираем на крупной терке. Соединяем в салатнике все ингредиенты. Добавляем соль, перец и майонез. Мне же остается пожелать вам приятнейшего аппетита!